Всех витаю, дорогие мои друзья. Посмотрите, скоро сирень у нас откроется. Красота какая! Я вышла вечером погулять. Сейчас 6:00. Здесь дует ветер сегодня. Ой, посмотрите, какие жуки интересные. Испугались, убежали. Пошел. Угу. А вот здесь еще двое. Из ямки выгоняет. Говорит, это мой дом. Куда пришла? Или пришел, я не знаю. Ну, меньше, наверное, это самка, которая выгоняет, а этот самец маленький. Видите, какие они тут ямки нарыли. Я вот увеличила камеру. Видите, сколько здесь этих нор. Такие вот. Они могут зайти отсюда, а выйти отсюда. Это у них вход, допустим, а это выход. И вот сколько у них запасных выходов. И все равно дерутся. А этот не туда побежал. Буду заходить в лес. Палки опять взяла. Сейчас зайду. Где-то здесь Вася должен коз пасти. Правда, не знаю, в какую сторону он пошел. Или в эту, или в ту. И сюда. Тишина сейчас пока что. К вечеру начнут петь. Сегодня что-то я рано вышла, по-моему. На прогулку. И солнце еще высоко. А здесь сверчки поют. Заливаются. И страшно здесь. На краю обрыва. Сквозь листву пробиваются лучи солнца. Солнцем озаренная. Еще ветерок такой прохладный. Одним словом, красота. Природа есть природа. Здесь даже столик есть. Самодельный, можно присесть. Решила поближе подойти, посмотреть. Здесь есть стул самодельный. Послушать вам, как тут сверчки поют. А тут ветер поднялся, шумно, ничего не слышно. Деревья вот-вот упадут, цепляются корнями за жизнь. Акация. Вот зацветет, как здесь будет все пахнуть. Потому что это все деревья акации. Представляете, какой здесь будет аромат, когда зацветет акация. А сейчас вот дуб распускает листья и пахнет дубом.
Мне начинает нравиться сидеть в карантине. Такая природа. Сколько я здесь приезжала, жила, я ни разу не замечала такую красоту здесь. А это каждый вечер смотрю и любуюсь этой красотой с видом на Каневское море, водохранилище, с видом на эти овраги. Хотела вам дорожку показать, дядя меня. Вот. Вот. Так я иду. Ай, красота ж какая! Красота! Хочется жить. И не хочется думать ни о чем таком плохом, ни о каких вирусах, ни о чем. Если бы еще вся семья была, и все. Было бы вообще отлично. Сегодня с утра расстроилась. Это посмотрела видео Самвела. И он говорит, что он заболел, что пойдет в больницу, будут делать операцию. И я расстроилась, и даже не было настроения с утра видео снимать. Ну ничего, Самвельчик, дорогой, все будет хорошо, все будет хорошо. Еще раз вам покажу Каневское море. Смотрите, маяк даже такой стоит. Я думаю, что это маяк. Сверчки поют. Где-то вдалеке лают собаки. А здесь тишина. А здесь, посмотрите, вообще интересный ландшафт. Такие маленькие холмики. Яма, бугор. Вот тропинка. Можно возле леса идти вот так по тропинке? А можно зайти в лес, и вот как я шла сразу туда. Тамара со Света звонили. Говорят, что в Киеве 22 градуса тепла было. А вот здесь еще причудливее. А кто это бежит? А кто это бежит? Я храню секретные зелья. Да ты что? Где это? Там, в доме. Да ты что? И что это секретное зелье дает? Волшебные магии. Боже мой. И что, если я выпью, что будет? У тебя будет... Ты можешь превращаться в красивую, прекрасивую. А я что, некрасивая? Нет, просто ты будешь красивую принцессу превращаться. Привет. Баба Люба поняла, что я Фиона, да? Или как это? Фиона? Ты спала там наверху. Да, тут, ну я чуть-чуть только. Юля. Весь он бабуся Люба, побегай до бабуси. У меня зелье перевезло все. Да ты что? Ничего себе, кожуца, да. А, да. Ты принесла бабе Любе зелье превратиться в принцессу, как Фиона? Нет? Идемте в лес, идем. Не трогай. А, я думала. Не трогай, колючки же это. Пошли, бросай. Одна колючка. Зачем? А, для зелья? Для зелья. О, а я видела жучков по дороге. Тебе жучков не надо в твой суп? А чем зелье надо. Твое? Надо? А боже мой, боже мой. Где ты такое научилась-то? Мам, давай учу самую красивую веточку. Вот так? Угу. Юль, где ты научилась зелье варить? Не знаю, наверное, в мультике какой-то. Я думала, втихаря тебе мама или бабушка учит. Давай, ложись сюда. Чтобы мы меня на голову... Куда? Куда? Мы что, не идем в лес? Там в лесу знаешь, сколько ты еще найдешь всего? За блинками старого ее клена. Давай. А ну давай, засмейся, як там вы? Ты как это, а ну, злая волшебница. Ну, ты так не...
Юля, так это правда, что ли, что твое зелье превращает... А, вот так, да. Правда, что это превращает в красавицу? Конечно. Все, я тогда жду от тебя. Я самую красивую веточку сорвала, ага. Мама. Моя Все, вы мои помощницы. Хорошо. Поднос уже насрезал. А, он у меня есть. Меч. Кладенец. Не один, два. А я? Ты тоже самая лучшая мне помощница. Спасибо. Ты знаешь, ты еще не совсем такая лучшая. Ну, курить уже будешь. Почему? Потому что ты еще, так сильно ты самая лучшая. Волшебница Юля, это треба наикрасивейша. Конечно, конечно, треба. Треба. Так, что там еще для зелья? Ого, букашек всяких насобирала. Сама испугалась своих букашек. Юля, идем, я тебе покажу волшебное место. Да. Только не богато, трішки. То, что надо, только трішки. Это для следующего раза не будет. Идемте уже быстрее к волшебному месту. Да. Видишь, вот здесь как раз волшебники и живут. Угу. Да? Мы раньше там сидим. А так оно обвалено было, да? Ну, оно было не обвалено, оно было красиво. Там такой видовжний был, а зараз обвалилось уже. Пиратов Карибского моря. Капитан Крюк. Ой, Света, куда ты меня на край обрыва ведешь? Ага, невысокий. Ты думаешь? Вон какие здесь корня, да, здесь вот не так уж и глубоко, оказывается. Угу, вон какие деревья. Вон какие корни. Охрана. Охрана отмена, да? Миша пришел. Да? Ты уже испугался, что мы потерялись, да? Ну, в этот раз точно меня кто-то на руках понесет. Давай я тогда понесу. Добрый. В этот раз кто-то меня на руках понесет. Мама Люба, мама и тато. Миша с тобой освещает дорогу. Ты помощник, а ты капитан, да? Высоко там видно? Капитан, не капитан я, а ведьма. Ого. Ну да, если меньше 50 килограмм, то ведьма. Света, ты больше 50 килограмм? Тогда ты не ведьма. Сюда на 3 надо похудеть, и тогда будешь ведьма. 53, я 55. Ага, понятно. Сейчас, может, уже и 56. 53 было в прошлом
Какого роста весишь? Дэн не знает, кого больше любит, или Свету, или Мишу. Меня. Ты думаешь? Плащ. А, дед уже дома, а я тебя ищу-ищу-то. Зелье? Угу. Ой, ему ведри, чого? Ви щось відаєте, так? Да? Ого. Вот. Что это, Юд? Волшебное зелье. Волшебное зелье? Кс-кс-кс. А, ты просто черное? Что? Ой. Что? Вот это, чего ты про это черное говоришь? Ну? Это мой казан. А, это твой казан? А это моя ложка. Я им варю все ингредиенты. Угу. Не трогай тут ничего волшебного. Вот тут все волшебное. Ну ты все волшебное тут не трогай. Хорошо. Только мне их позволено трогать. Угу. У волшебников всегда есть коты рядом. Видишь, и у тебя... С тобой рядом Пуря. Ого, Пуря, кажется, беременна. А. Света наблюдает. Чай поставила? Ставь чай, будем пить зелье. Порошок, все другие ингредиенты, порошок уже рассеялись. Ага. Ой, я как гидота. И шо это? Вот это надо пить? Да не, не пить. Вот это надо пить? Не пить. А что? Ну, надо дыбать. А, просто смотреть, и тогда стану красивой, да? Угу. Все, баба Люба, красивая, пошли домой. Вон еще один. О, сколько у тебя котов, сколько у тебя помощников. Кошек. Это собака тоже ж кошек? Собака даже есть. Ну да, и собака. Добре, добре, перемішаю. Все, пошли домой. Зелье заварилось, треба сказать. Моя, моя, иди ко мне. Строгие улицы, небо, солнце. Солнце, иди в зеркало, открой солнце. Ой, ой, ой. Ты хорошая, добрая волшебница или злая? Гингема ты или... Гингема или кто-то? Я? Да. Я волшебница розовой страны. А, понятно. Ой, фу, какой жук. Все ингредиенты мне давно-то помог ты. Все, я уже красивая? Еще нет пока. Сколько еще надо смотреть? Сколько еще нужно смотреть? 100 килограмм. Это похудеть мне надо на 100 килограмм? Тогда ничего не останется от меня. Жучок, видите, какой тут у меня жук плавает? Нет. Ладно, все, пошли. Все, я уже красивая, Юля. Давай еще немножко и встанешь. Да я и так красивая, пошли уже. А мама так и не посмотрит. Пошли. Вот уже красавец. Осталось подождать немножко. Угу. Когда зелье остынет. Угу. И тогда ты уже красивая. Я в козочку превратилась. Да. Что-то ты напортачила со своим зельем. Да нет, это наша Лумль. Ты кузенята бэкаю. А, понятно. У нас здесь кузенятка. Иду. Баба Люба дуже красивая. Да, конечно, красивая.
Да. Потому что она зелье сварила. Для красоты. Для красоты. И я смотрела на это зелье и стала очень красивая, понимаешь? Вася, я красивая стала.